Температура точки кипения в университете Лобачевского вот уже месяц зашкаливает. 13 ноября вуз закипел открытием новой программы повышения квалификации для участников научно-образовательного центра «Техноплатформа-2035». Сегодня мы наконец-то запустили наш центр развития компетенций в том формате, как он должен существовать. И, безусловно, центр развития компетенций – это часть экосистемы НОЦ, и мы все вместе, как замечательный у них есть слоган «Вместе мы можем больше». Вот именно это один из тот примеров, когда все вместе, все образовательные организации, которые существуют в НОЦ, структура власти, бизнес, объединяя друг друга, консолидируя все усилия, вот как раз мы и добьемся того, что, собственно, хочется от НОЦа. НОЦ развивается. Активно развивается сейчас 29 участников, более 160 проектов. Конечно, они разной степени готовности, но в то же время уже сейчас есть проекты, которые не просто реализуются, уже и реализованы. Параллельно еще несколько проектов уже находятся в такой стадии подготовки. Вот. И сегодняшнее мероприятие как раз в рамках Центра развития компетенций, оно как раз направлено на тех людей, которые внутри участников НОЦ, это и научные предприятия, и институты и производственные компании, как раз и будет проводиться обучение этих людей. Отцом-основателем принципов бережливого производства является Таити Оно. Он же основатель производственной системы Toyota. Он приходил на работу по утрам, чертил вокруг себя круг и смотрел, кто что из подчиненных делает. Он стоял так целый день, систематизировал ошибки и делал выводы. А нам сегодня ни к чему совершать такие изощренные манипуляции. Стоит всего лишь пройти новый курс Центра развития компетенций. Я хочу подчеркнуть активность коллег из ННГУ, так как у них есть компетенции, собственно, и в патентной деятельности, и в доведении, собственно, идей и технологий, и в организации образовательных курсов, и в подготовке ученых кадров. Нам это поспособствовало, и мы создали комплексный продукт, по которому сейчас уже идем вместе с ними. У нас большие планы, на самом деле. Один из этих планов начинает реализовываться уже сегодня. Это центр развития компетенций. Собственно, это та самая образовательная часть, которая в научно-образовательном центре стоит посередине. Мы понимаем, что мир не стоит, мир движется, и всем нужны сейчас soft skills, всем нужны разные компетенции. Всего в текущем году в Центре развития компетенций планируется запустить 3 программы повышения квалификации по основным направлениям деятельности НОЦ. Запуск данных программ обучения – это еще один шаг в сторону интеграции университета Лобачевского в глобальное научно-образовательное пространство.